Антимайдан YouTube. Алчевск. Очередь на избирательный участок. Стоят тысячи людей. Такого я не видел никогда. Это просто что-то. Чтобы не говорилось о низкой явке, тут, наверное, собрался весь город. Начинается очередь на другом избирательном участке. Кто был возле 6-й школы города Алчевска, ЛНР? Это другой избирательный участок. 2 ноября 2014 года. Город Алчевск, ЛНР, будущая Новороссия. Люди стоят в очереди на избирательном участке. Они стоят не для того, чтобы получить гуманитарную помощь, а для того, чтобы проголосовать. Посмотрите, пожалуйста, на количество этих людей. Люди стоят с самого утра. Люди есть. Погода холодная. Срывается снег. Но люди никуда не уходят. Посмотрите. Повторяю еще раз. Люди стоят не за гуманитарную помощь. Люди стоят для того, чтобы проголосовать за будущее Новороссии. За ЛНР. Посмотрите. Трудно представить, что, конечно, происходит внутри. Посмотрите, сколько людей. Посмотрите. Люди стоят для того, чтобы проголосовать. Не для того, чтобы гуманитарную помощь получить. Гуманитарную помощь здесь не выдают. Посмотрите. Это специально для укров. Чтобы укры не рассказывали, что выборы у нас тут происходят под дулом пистолета. Грады тут у нас нигде не запрятаны. Самолеты у нас тут, слава богу, не летают. Если вы своих товарищей сюда не пошлете, то они тут летать не будут. Террористов здесь нет. Никто не голосует под дулом автомата. Поэтому смотрите укры и завидуйте. Вот люди, которые не хотят голосовать. Которые, по словам сведомых, не придут на голосование, чтобы не голосовать за свою свободу. Это 9-я школа. Вот сколько людей тут стоит. И люди приходят, приходят и приходят. 2 ноября. Выборы в Уланске. Дело в том, что в Нижнем Камброде выборы решили пройти лишь в одном избирательном участке, в школе номер 28. Это все очередь. Очереди еще Камброд не видел никогда.
Это все та же 50-я школа, спортзал. Народ не голосует, это просто тут тусовка. Пришли водки попить, походу. Голосовать в Луганске. Вот какая очередь. А вот. Очередь бешеная голосовать. Вот выборы. Люди голосуют. Вот снимай, как люди вот в угол может. Видишь? Как они на выход? Закинули, сними. Все пишут там, что мы за колбасой здесь стоим, за гуманитарка, зачем там не голосовать. Если за колбасой, уже давно не разошлись. Все, мы сюда пришли по Просто говорят, что мы за колбасой сюда пришли, за гуманитаркой. Вы снимаете, да? Да. Какие мы в интернете зачем? Просто люди пишут, что и мы... И зачем? А говорят, что мы сюда за картошкой пришли не голосовать. Вот 50-я школа города Луганска. Тоже люди не хотят голосовать, не приходят на голосование. Никого здесь нет. Это все галлюцинации.